Всем привет, и на канале Исакин Ревью. Сегодня я хочу показать 10 лучших наушников с сайта AliExpress. Все ссылки на товары будут в описании. Присаживайтесь поудобнее. Поехали! Наушники CH1 Stereo. Не спешите удивляться столь необычному названию игровой гарнитуры. На самом деле производитель просто не дал отдельного имени. Весьма странный поступок с его стороны. Но судя по числу заказов, наушники более чем востребованы. Всему виной очень демократичный ценник. За $10 покупателю предлагается удобная сидящая на голове конструкция с вполне сносным звучанием. А для игр ее можно назвать даже очень хорошей. И микрофоном с функцией шумоподавления. В продаже доступны две версии. С подсветкой для питания требуется отдельный USB разъем. И без таковой. Кроме того, в комплекте предоставляется специальный аудиопереходник для комфортного использования на мобильных телефонах и планшетах. Наушники Zepet GM1. Интересно, что разработчики позиционируют гарнитуру как предназначенную для профессиональных геймеров. По крайней мере, об этом сказано в описании. В реальности киберспортсмены навряд ли станут надевать что-то либо подобное. Но в домашних условиях Zepet более чем оптимальный вариант. Отзывы пользователей говорят об отличном качестве звука и микрофона, который к тому же удобно складывается. А производителям также заявлена защита от брызг, кратковременного воздействия воды и повышенная прочность каркаса. Например, дужка при ударе не сломается, а всего лишь погнется и впоследствии поддастся выравниванию. Наушники Katon G2000. Заурядны на основной части заявленных характеристик гарнитура, которая среди огромного списка других выделяет несколько факторов. В первую очередь, это отличное качество микрофона. Нареканий к нему нет, даже у тех, кто остался не слишком доволен звуком. Один из лучших в данном сегменте. Во-вторых, универсальный дизайнерский ряд. Помимо нарочито агрессивных темных расцветок, явно ориентирует на мужскую аудиторию. Есть модели для девушек в бело-красных тонах со стильной розовой подсветкой. Казалось бы, ну что здесь такого? Но на самом деле, несмотря на огромный выбор Алиэкспресса, подобных цветовых решений у других продавцов практически нет. Белый цвет, конечно, встречается часто, но, как правило, в подчеркнутой нейтральном стиле. Наушники Blackstone G30. У тех, кто по каким-то причинам не переносит полноразмерные наушники и предпочитает гарнитуру внутриканального формата, вариантов не так много. У большинства устройств такого формата микрофон встроен в пульт управления и, мягко скажем, неудобен для применения в играх. Но существуют и исключения. Одно из них – Blackstone G30. Звукозаписывающее устройство, которое по аналогии с объемными геймерскими моделями расположено недалеко от рта, что обеспечивает высокое качество записи голоса. В комплект входят фиксаторы для ушей и несколько съемных амбушюр. Наушники Katon Latone. Выше уже упоминалась одна из моделей наушников Katon Air. И что интересно, несмотря на сильное внешнее сходство, отзывы пользователей на них совершенно разнятся. У данного девайса особенно хвалят качество звука. Чистое и приятное даже на самых высоких громкостях. Шумоизоляцию и яркую подсветку. Здесь светится не маленький узор, как на большинстве гарнитур, а массивный рисунок, покрывающий практически всю чашу. А вот микрофон, в отличие от G2000, самый стандартный, но со своей функцией справляется и не хрипит. Бело-розовые расцветки для девушек сюда тоже не завезли, и выбор представлен стандартным геймерским набором – красный, зеленый и синий. Наушники Salure C13 – идеальный вариант для тех, кто только присматривается к различным видам игровой периферии и не готов сразу же отдавать большие деньги. Salure C13 порадует покупателей очень приличным качеством звука с хорошим басом. Но, возможно, не всех удовлетворит громкость устройства, хотя и она поднимается после манипуляций с Realtek HD. Во всем остальном модель получилась не менее удачной. Наушники Sades A6. Порядком устаревшая гарнитура от Sades, выпущенная на рынке в далеком 2015 году, по-прежнему пользуется бешеной популярностью среди геймеров со всего мира. Причина банальна – это один из лучших цен за наушники с поддержкой технологии объемного звучания 7.1, благодаря чему создается своеобразный эффект присутствия в игре. Он выражается в более точном позиционировании звуков. Пользователь не просто услышит выстрел, но и сможет понять, откуда он доносится – справа, слева, сзади, сверху и так далее. Схожего эффекта можно добиться путем установки звуковой карты, но обойдется это явно дороже. По остальным параметрам все так же на уровне, но без изысков. Наушники IG398. Единственные беспроводные наушники в моем топе. Нельзя сказать, что данная технология редкость на AliExpress, но в большинстве своем она представлена Bluetooth-гарнитурами. Такое решение тоже имеет право на жизнь, но обладает рядом недостатков. Да и далеко не на всех компьютерах установлен Bluetooth-модуль. Поэтому я решил подобрать девайс, связывающийся с внешним устройством посредством Wi-Fi. Это автоматически подняло ценник, и более-менее интересный вариант –
удалось найти со стоимостью почти в 3000 рублей. За немалые деньги производитель обещает 6-8 часов автономной работы, хорошее качество и гнущийся микрофон. Наушники Kingston HyperX. Линейку наушников HyperX от Kingston эксперты относят к списку брендовых марок на рынке компьютерной периферии. В отличие от остальных, представленных на AliExpress, вполне реально встретить на серьезных киберспортивных соревнованиях и у профессиональных геймеров. Данная модель не выделяется какими-то особенными фишками и функциями, но со всем, что она делает по умолчанию, справляется очень хорошо. В наличии высококачественный звук, удобно настраиваемый микрофон и прочные, приятные на ощупь материалы. В комплект дополнительно входит переходник сдвоенный 3,5 мм, благодаря которому гаджет можно подключить к любому устройству. Наушники Kingston Cloud Core. Закрывает мой рейтинг также представитель линейки HyperX, но уже ее флагман Cloud Core. Ценник, конечно, кусается, но платить есть за что. На данный момент это самый крутой девайс из рассматриваемого сегмента, доступный на AliExpress. Сопротивление в 60 Ом, диапазон частот 15-25, съемный направленный микрофон с широким диапазоном и прочная конструкция. В ее основе не пластик, а алюминиевая рама, справляются с любыми поставленными задачами. Все ссылки на товары будут в описании. Всем спасибо за просмотр этого ролика. Подписывайтесь на канал, смотрите мои другие подборки. Всем пока!